22 августа наша страна отмечает День российского флага. В честь государственного триколора в подмосковных многофункциональных центрах оказания услуг посетителям раздавали значки с праздничной символикой. День государственного флага Российской Федерации установлен на основании указа президента России от 20 августа 1994 года. Главная цель акции, приуроченных к этому празднику, напомнить россиянам о важности и значении государственных символов России.